Момент исторический. Первая совместная репетиция симфонического оркестра Самарской государственной филармонии с новым дирижером, итальянцем Филиппо Десси. Взаимопонимание налажено. Диалог с музыкантами он ведет на русском языке. И ожидания от творческого союза у обеих сторон большие. Мне хотелось бы очень, чтобы оркестр, в котором очень много хороших музыкантов, занял более достойное место в ряду симфонических оркестров нашей страны. И поверьте, у нас есть потенциал для этого. Надеемся на то, что молодость нашего нового дирижера, его энтузиазм, его энергия и наш опыт принесут какие-то плоды в этом плане. Он молод, амбициозен и настроен на продуктивную творческую работу. Филиппо Десси – выпускник консерватории Лусио Кампиани в Мантуе, ученик Паоло Каджиоло. Однако жизнь связал с Россией. В 2019-м переехал в Санкт-Петербург. Ассистировал маэстро Фабио Мастранджело в театре «Мюзик Холл». Затем принимал участие в музыкальном фестивале «Опера Всем» рука об руку с Владимиром Стачинским в опере «Доницетти Дон Паскуале». Теперь приехал покорять самарского зрителя. И Филиппо уверен, что это обязательно получится. Я буду делать все, что я смогу, все в мою силу, чтобы все здесь будет творческо, спокойно, продуктивно, приятно для нашей дорогой самарцы. 25 августа мы будем открывать сезон с оперным, лирическая гала «Италия и Россия». Италия и Россия будут два солиста, сопрано и тенор, и это наш первый этап в следующем сезоне. Маэстро Михаил Щербаков с удовольствием приветствует итальянского коллегу и желает ему больших успехов в новом амплуа. Сам бывший главный дирижер филармонию не покидает. Он продолжит работу в качестве художественного руководителя. Я с удовольствием хотел бы пожелать молодому дирижеру Филиппо Десси успехов в новой роли для себя. А я со своей стороны, как художественный руководитель, буду ему помогать и стараться сделать все для родного города, для родной Самары, чтобы дальше продолжалось развитие. Одна из задач, которая стоит перед новым дирижером – обновление репертуара и дальнейшее совершенствование исполнительского мастерства симфонического оркестра филармонии. Я надеюсь, что нас ждет много интересных творческих встреч и что уже в ближайшее время мы увидим новые и интересные программы, ну и, конечно же, творческие кадры филармонии, артисты оркестра будут развиваться под его руководством тоже с новой силой. Ну а пока музыкантам предстоит завершить этот сезон на высокой ноте, чтобы приступить к воплощению новых программ под руководством Филиппо Десси. Владимир Маркин, Роман Опарин, Новости губернии.